скалу на горячее ухо, потому что Талица своей рыбой славится. Это настоящий рай для гурманов. Уха на родниковой воде, блины и пироги по старинным рецептам. В день Добринского района сельские поселения угощают деликатесами. Обжорные ряды убеждают, за продовольственную безопасность добринцев можно не беспокоиться. Добринский район всегда славился своими успехами. Добринцы еще в советские времена были одними из тех, кто получал самые высокие урожаи, кто имел самую высокую продуктивность в животноводстве. И не случайно у добринцев в те годы, в советские годы, была гордость 12 героев социалистического труда. Для тех, кто создавал благополучие района, устроили торжественный прием в Доме культуры. Ветеранов благодарили за трудовые подвиги, которые стали фундаментом для сегодняшних побед. Работает крупнейший здесь, можно сказать, в Европе сахарный завод, модернизированный, 6 на 12 тысяч. Сегодня построено несколько уже животноводческих комплексов по производству, опять же, племенных свинок, которые производил ранее отрада. То есть отрада еще возновил свое значение, которые востребованы сегодня не только в нашей стране, но и за рубежом. Когда мы говорим об импортозамещении, имея в виду прежде всего продукты питания, то здесь как раз у добринцев замечательные результаты, позитивная динамика, и все это большой труд людей, большой труд организаторов производства. Приоритеты работы добринцы обозначили четко – улучшение качества жизни. В районе строят дороги, благоустраивают территории. Эта детская площадка появилась в Добринке месяц назад и уже стала любимым местом отдыха малышей. Жители говорят, их поселок хорошеет на глазах. Даже если мы приезжаем куда-то в город, вот почему-то хочется домой из этого города в наш тихий поселок. День рождения района для добринцев – хороший повод признаться в любви к малой родине. Одни посвящали ей свои спортивные победы. Другие выражали чувства словами, кто в прозе, кто в стихах. Добринский район замечательный, веселый, хорошими людьми, широкими столами, гостеприимством. А наш Добринский район, чем у нас он славится? Теплым хлебом, молоком, всем он вам понравится. Ольга Бугакова, Роман Авраменко, «Липецкое время», Добринский район.